Новый коллектив и новая задача. У Могилевском мини-футбольном клубе «Форте» великие перемены. Перед командой, которая ни разу не трапляла у плей-офф чемпионату Беларуси, стоит задача стать чемпионом краины. Досягнуть мэты повинны допомогчи вядомые белорусские игроки и опытные легионеры. Яны узмацнили «Форте» у межсезонья. Подрыхтовку до нового сезона наша команда начала у середине липня. У початку тыдня могилевчане отправились на сбор у агрогородок Александрия, где тренируются у двухразовом режиме. С тех футболистов, кто начинал у «Форте» минулый чемпионат, засталось только два человека. Контракты с «Форте» подолжил квартет российских легионеров, який значно узмацнил клуб у початку года. Сярод шматликих початковцев есть нават и игроки национальной сборной Беларуси. Гэта Вячеслав Шербаченя и Сергей Шостак. У мая яны стали чемпионами краины у складе Минской столицы. Неузабаве обновленный «Форте» проведе первые товарыские поединки. Один из верогодных суперников – флагман российского мини-футбола Нарыльский Никель.